Наша программа не раз освещала произвол следственных органов города Тольятти. В одной из передач мы рассказывали о шокирующей преступной группе, к которой был причастен житель Тольятти Виталий Портнов, чье участие в подобных историях «Момент истины» обнаруживает не впервые. Вот я вам рассказываю ситуацию, имевшую место в Самарской области. Следователь, некая Джураева, сфальсифицировал материалы проверки. Суть вопроса. В городе Тольятти на протяжении нескольких лет действовала преступная группа, которая похищала девушек, в том числе несовершеннолетних, из разных регионов, и затем принуждала их заниматься проституцией. Они пишут заявление. Притом, мы рабыни, нас похитили. Впоследствии выяснится, что 15 таких девушек в общей сложности было похищено. Они пишут заявление в полицию, в Следственный комитет. Следователь Джураева проводит проверку и выносит постановление о том, что все, о чем говорят эти девчонки, абсолютно ерунда. Данный исчерпывающий запрос по всем фактам, озвученным в этом фильме, дается такой издевательский сухой отказ со ссылкой на тайну следствия. Все лица, все в руках следствия. Простое дело с одним эпизодом, в котором следствие едва может иметь место, не говоря уже о тайне. Нет никакого притона. Дурочки, прыгнули из окна сами. Сегодня дело в отношении организаторов этой банды, похитившей в общей сложности 15 девушек, они арестованы, дело уже по ним в суде.